Ребят, супер аттракцион. Делаем десант на машину. Погнали. Ну, не очень эффектно вышло. Он даже не заметил. Я хотел то же самое сделать на полицейскую машину. Кстати, вот вам, пожалуйста, кто не знает. Если ты запрыгнул на полицейскую машину, да, я уберу оружие на всякий случай. Так, стоп, стоп, давай уйди со стойки. Они не возражают вообще. А если вот топнуть? Дай топнем. Вот, все. Вот. А вот этого я не понял. У меня же просто кулак, он открывает стрельбу. Это, по-моему, кстати, либо, ребята, а это не зависит ли случайно от города? Потому что в каких-то городах они открывают стрельбу, да, вот так сразу, а в каких-то нет. По-моему, в первом городе, в котором он только, значит, вылупливается, как терминатор из параллельного измерения, там, значит, по-моему, когда ты просто с кулаком, то ничего, нормально. Как бы они не достают пушки, а тут сразу достали, негодяи. Посмотрим, сколько мы продержимся. Давай, а ты 1000, скушай. Так, а здесь что? Это что, кстати? Полно всего интересного. По-моему, слушайте, по-моему, я сюда с пожарной машины провалился, мне кажется. На, кушай. Я просто забыл, что здесь за нами погоня. Молодец. На, друг, на. Так. Ну, в общем, как видите, городок красивый. Ладно. А, вот у нас, кстати говоря, идет. Что-то как-то лагает у нас эти текстурки. Как-то немилосердно. В этот раз. Не нравится мне это. Здесь больница, здесь скорая помощь. Вот скорую помощь нам надо будет с вами обязательно пройти. Кушайте, кушайте. Опа, 4 звезды. Мне уже интересно, сколько я продержусь с 4 звездами. Так, посмотрим. Ну, здесь на парковке ничего интересного. Фу. На. А, есть, тут кое-что интересное. Опять же фотоаппарат. Опять же фотоаппарат. Вот почему-то они везде растолканы, эти фотоаппараты. Ёлок-махарёк. Вот еще один едет. Сейчас еще меня собьет. Знаете, ешьте. Да, ну все, сейчас меня укокошат уже. Нет. Сейчас вообще армия должна уже прийти. Ну все, я думаю, уже. Это кабзда. Да. Ну ладно, неплохо побегали.